Всем привет! Сегодня анбоксинг. Приехала ко мне вот такая вот посылочка. Royal Mail из Великобритании. Вещь покупалась на eBay. Здесь часики. Пришла очень оперативно. Буквально за 5 дней, да, 4 или 5 дней. Очень быстро. Стоимость покупки без доставки 169 фунтов. Доставка обошлась, дай бог памяти, 12 или 16 фунтов. Ну, то есть, за такую скорость вполне приемлемо. Давайте посмотрим, как здесь все хорошо себя чувствует ли. Хорошо ли доехала. Коробка, кстати, абсолютно не мятая. Абсолютно все ровненькое, аккуратненькое. Так. Открываем. Пенопласт. Продавец очень тщательно подошел к процессу упаковки. Посмотрите на это. Прямо уложено плотненько, так, чтобы вообще никаких лишних движений. Это письмо благодарности. И вот, собственно говоря, сама покупочка. Такая коробочка. Ну, я не знаю, это кожа или под кожу. Ну, скорее всего, да. Какой-то кожзаменитель. А может и нет. Здесь вот так вот красиво написано. Сведемся. Откроем. О как! О как! А здесь у нас часики. На подушечке. Вот такие вот мега часы. Посмотрим поближе. В общем, скажу честно, я в часах как-то не очень силен. Мопед не мой, покупка не моя. Покупал мой товарищ по оружию. Просто попросил оформить заказ на eBay и доставить по моему адресу. Вот они приехали, вскрываю, смотрим, как здесь все в порядке, не в порядке. Якобы часики изначально делались или делаются до сих пор в Соединенных Штатах Америки. Якобы первая контора, которая впервые вообще сделала часы наручные, вот, это какая-то лимитка. Мега крутая. Как здесь? Тут все непросто. Кто-нибудь знает, как это расстегивается? Ну, что вы хотели? Техника в руках дикаря, куча металла. А, ну да. Вот такие вот часики. А мотивация на покупку, собственно говоря, какая? Показываю еще раз. Цена. 169 фунтов. В Украине такие часики стоят, ну, что-то около 5 или 6 тысяч гривен. Ну, то есть, это не в два раза даже, это в разы. Это в 3 или в 4 раза разница в цене. Даже с учетом доставки, тем более такой вот быстрой, оперативной, беспроблемной доставки. Доставка была с трек-номером. Давайте еще раз посмотрим это все. Полюбуемся. Что-то у нас и не фокус не фокусируется. Вот. Отличительная особенность часов якобы есть то, что здесь используется анимеханика с автоподзаводом. И здесь вроде как два вот этих вот балансира, которые производят заводку этих часов. Ну, такие здоровские часы, нет проблем. Такие увесистые.
размера пацанского. Там он что-то понаписано на ремешке. Да вообще так бомба. Прикольные часы. Два маятника, вот. Два маятника. Не балансир, а маятник. Для чего это нужно? Я, честно говоря, не знаю, как с одним маятником нормально ходит. Ну, такие вот здоровские часики. Ну, а я продолжаю пользоваться самую дешевую модель, вот Casio. Эти часы за 300 гривен, это часы за 6000 гривен. Да, есть маленькая разница. Ну вот так вот. Всем спасибо, всем пока.